Проживала в Москве героиня романа старинных дворянских кровей. Она прозывалась Каренина, Анна Аркадьевна, отчество ей. Она прозывалась Каренина, Анна Аркадьевна, отчество ей. У Троцкий явился ужасный пройдоха и бывший к тому же офицер. Его воспитала другая эпоха, и жил он не в СССР. Его воспитала другая эпоха, и жил он не в СССР. Иван не открылась ужасная драма, и тоже никому не секрет, что бросила Анна супруга тирана и сына 12 лет. Что бросила Анна супруга тирана и сына 12 лет. Вот так поступают пустые кокетки, воспитанные миром иным. А мы в завершающий год пятилетки не миримся с фактом таким. А мы в завершающий год пятилетки не миримся с фактом таким. И Анна, рыдая, пошла до вокзала и молча легла на пути. Ее в те проклятые дни капитала никто не подумал спасти. Ее в те проклятые дни капитала никто не подумал спасти. Вот так и кончается повесть о Ване. Так жаль над ней. Подайте, 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 граждане, вас просит Каренин Сергей. Подайте, 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 граждане, вас просит Каренин Сергей.